посетите. Если набьешься в стельку, тебя выставят. Пьянчуги нам не нужны. Я так понимаю, ты хочешь снять комнату Тайбера Септима? Да-да, во вторую эру сам Тайбер Септим вел войско, которое отвоевало старый Хролдон у варваров предела. Потом Септим основал империю, объединившую Тамриэль. Но первая его победная битва, вошедшая в историю, состоялась именно здесь. И в нашей гостинице до сих пор та самая кровать, на которой спал великий полководец после освобождения старого Хролдена. За эти сотни лет она ничуть не обветшала. Это большая комната с двухспальной кроватью. Желаю хорошего отдыха. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Если набьешься в стельку, тебя выставят. Пьянчуги нам не нужны. Эй, ты чего? Помнишь меня теперь, Хьялти?